Да, к сожалению, Сатурн настолько так. Очень ветрено, к тому же тряска не только по причине. Очень ветрено раз, очень облачно два. То есть это мы смотрим через дымку облаков. Ладно, поехали, посмотрим на Луну. Ее даже при такой облачности вполне себе вылезла моя лапочка. Смотри, какая красавица, даже сквозь облака к нам пробивается. Только что пытался старлинки снять, но старлинки совершенно не видно через эту дымку. Так, наверное, уменьшу немножко светочувствительность. Но, к сожалению, люди добрые. Облака нам не дадут навестись на резкость, ну то есть чуть-чуть не получится. Это уже не аппаратура, это уже дымка очень плотная. Я же говорю, не получилось снять старлинки, просто потому что их не видно за облаками. Вон кошачья лапка, смотри, три кратера сразу как. Это резкость. То есть не я резкость, я резкость пытаюсь people got to finish the sentence. Да. Это резкость пытаюсь поймать. Можно, в принципе, на Юпитер навестись, но он сейчас еще так низко над горизонтом, и даже при своей огромности и яркости через эти облака он смотрится просто большим оранжевым пятном. Ладушки, утречком, если этот ветерочек нам раздует облака, может, попробую снять МКС перед дежурством, как раз успеваю. 20 октября 2023 сегодня.